настоящий опыт наш! Что? Это не сон, вы гоните! Как? Я просто не верю своим глазам, вы гоните! Прямо сегодня мы узнаем, что же можно получить за 1000 киллов в новом режиме одержимость и в новом режиме дуэль монстров. Стилайк, подписка, погнали! Но перед началом нам надо все вместе заснайпиться так, чтобы в этом лобби были только мои подписчики. И для этого я поставил самый зажопненький регион под названием... Индия! Ну что же, надеюсь, он все выйдет с первого раза. Хотя раньше никогда не получалось. Но возможно произойдет чудо! Погнали! Так, ребята, мы прогружаемся на карте провинция X. И пожалуйста, я надеюсь, произойдет чудо и тут будут только мои... Кто такой Вейтрикс? Кто такой Вейтрикс? Ребята, чтобы понимали, это очень тяжело каждый раз снимать подобные видеоролики, потому что попадется один рандом и все взрывит, как сейчас. Мы ему все пишем: Вейтрикс, рек видео, лив, плиз. А ему все равно. Но ничего страшного. Если Кент ПК сказал, что он снимет это видео, значит он его снимет. 5 minutes later. Он вышел! Он вышел! Не может быть, ребята, спустя миллион лет мы собрали лобби только с моих подписчиков. Ура! 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 Как же рад, вы даже не представляете! Я уже думал, что это невозможно. А теперь, уважаемые, просто подходите ко мне, я тут буду на меду и буду вам ставить маслины. А я буду со спасом. Я говорю сразу, возможно, небольшие фризы, уважаемые подписчики, потому что мы играем на самом вонючем регионе с пингом в 200. Эй, а где все? Давай, братик, сюда! Ой, хорошо-то как, ребята, это прекрасно, прекрасно, прекрасно. Слушайте, а вы пока что ищите мне оружие, потому что у меня уже заканчиваются патроны. У меня осталось всего лишь на 20 патронов, ребятки. Очень интересно посмотреть, что же я получу. А прикиньте, разработчики чисто запрятали пасхалку, я бан получу. У меня осталось, ну, не так-то много патронов. Так, давай, давай. Так патроны! Блин, так патроны восстанавливаются после каждого килла! Ядрыть килотит в вялую колбасу! Остается ровно 1,5 минуты, ребята, быстрее беги, бежим! 65 очков! Неплохо, я бы сказал бы, очень-таки неплохо! Так, ребят, быстрее бежим, давай, братанчик, прыгай ко мне, салам алейкум! Так, ребят, без невидимки, пожалуйста, бежим ко мне, потому что я вас не вижу. Все, найсик, найсик. Ай, хорошо, так как, мой ты сладенький. 1 минута времени, брат, быстрее. Ран, Вася, ран. Сюда, родненький. Ребята, 50 секунд. У меня уже 82 кило, давайте добьем 100 кило, как минимум. Мне очень интересно посмотреть, что же я смогу получить. А прикиньте, мне выпадет новая эмка за удачу. Или вдруг мне будет хелпак, или еще что-то такое. Это было бы очень круто. Или, прикиньте, мне будет спас. Блин, ну снапки реально стрёмные. Блин, вот я смотрю на них, мне страшно когда становится. Драгулечки, ты моя, уходи отсюда. Давай, братанчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Получай по шапочке. О, ты чел вообще бессмертный. Да быстрее, пацаны. 94 кило, давайте соточку добьем. Вы че, быстрее, быстрее, мужик. Да стой, ты замри, ты. Давайте, мужики, 3 кило осталось. Давайте, 2 кило, 2 кило. Давай, ну-ну-ну. Давай, мужик, да, соточка, да. Да. Что же я прямо сейчас получу? У меня 100 очков, это максимум. Что же мы прямо сейчас получим? Мне очень интересно посмотреть. И мы получаем. А ну-ка, что же мне дают? 2000 опыта, что? Это имба. Чего? 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 Ну а мы, ребята, перемещаемся в каточку номер 2. Надеюсь, я не буду знабуком. Я придумал, ребята, чтобы увеличить мои шансы на удачу. В этой катке я буду играть только с ножом. Интересно, что же мы получим? Так, ребята, мне надо кого-то заразить. Я на меду. Максимально быстро! Я на меду. Надо кого-то заразить и стать человеком. Алло, люди, вы где? Все, ребятки, а теперь я буду мочить зомбаку вот так вот. Сюда, родной. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, максимально. Просто подошли, замерли, не надо двигаться. Подошел, замер, родной.
А чё вы такие живучие-то? Вы чё, я типа по горбу бью, а ему как будто все хоть бы хны. Ничего вы живучие, давай, братик, давай. Так, две, если ставить хедшоты, то две тычки и чела нету. Раз, два, три. Как ты три тычки прожил-то? Давай, раз, два, нормально, 10 килов, ребята, маловатенько. Брат, подойди, замри. Четырить колотит, вы вялую колбасу, я же говорю, подойди, замри, че вы ж бегаете перед экраном, ёханый бабай. Ребят, к сожалению, мне кажется, мы рекорд тут не поставим. Че, братик, тоже хочешь новые ножички, да? Ах, я получить. А ты в курсе, что на булдропчике вышло обновление, там добавили новые касики, там добавили новые ножички, там добавили новый дроп? Братанчик, залетай на булдроп, потому что это топовый дроп. Также там есть новый очень крутой ивент. И, конечно же, чтобы тебе было приятно, я тебе дарю небольшой подарочек прямо сейчас над моей башкой. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше. Уважаемые разработчики, я говорю сразу, это не буст, это эксперимент. Ну зачем вы двигаетесь? Ну, пацаны, ну я же попросил, ну ё-моё, ну... Так, ребятки, не двигаемся. Ой-ой-ой, хорошо-то как? Так, стоять, ребятки, 35 килов! Блин, рекорда не будет, скорее всего, 37 килов. Но мы попробуем. Раз, два. Слушай, ну тут, а ну-ка, если я целюсь прям в голову, то я с двух тычек мочу, да? А если я в тело, то с трех. А-а-а, я понял, раз, два. Все, изи. Раз, два. Блин, какие они стрёмные, пацаны. Брат, не кушай меня, тебе не нужны мои мозги. Брат, ты чё делаешь? Мне, конечно, очень приятно, но я осуждаю подобное действие. Так, пишет сладкая Пеппа. Слышь ты! Хэштег Кент не Пеппа! Так, ребят, 77 кило. 87, ребят, 3 секунды! 3, 2, 1! Итого у меня 87 очков. И что же я получаю? Давайте посмотрим! Ну, хотя бы авиктыха мне дайте, пыши по-братски. И внимательно смотрим, что же нам дают. И нам дают! Лишь бы не в рот. Нам дают! А ну-ка! Да вы что, на приколе всего лишь-то? 10 серебра? Я ваш рот труба шатал! Все, мужики. Идемте в следующий режим. 5 minutes later. Надеюсь, у нас все получится с первого раза. Как бы хотелось бы в это верить, что произойдет чудо! И... Блин! Кто эти челы? Ну чё, ребятки, давайте пробовать. Все будет максимально просто. Мне надо дать 3 кило. Поехали. Так, моя команда! Стоять! Первый пошел. Второй пошел. И третий пошел! Легчайше! Чтобы понимали, за них играет один рандом, потому что или это рандом, или это специальный руинер. Но мы все равно их нагнем. Все почти, погнали. А моя команда, вы, главное, киллы не делайте. Киллы делаю только я. Ха-ха-ха-ха! Какой же он бот! Какой же он ботик, ребята, 2-0. Пока что все идет максимально по планам. Теперь я, ребятки, меняю нашу стратегию. Я мочу двоих тэшников, а третий мочит меня, чтобы мы нафармили максимально много киллов. Идеальник, это я. Все, и теперь мочи меня, теперь мочи меня. Мочи, брат, мочи. Лучший! Просто, как вы думаете, что у него в голове? Все стоим, не двигаемся. Чисто три зомбака стоят тут-то. Он, походу, не понимает суть игры. Чел! Давай, там и сзади! Мужик! Да блин, замочи нас! Стойте, замри. Мочи. Чел! Ты полное дно! Если ты смотришь это видео, ты полное дно. Ну ладно, ребята, давайте посмотрим, что же мы получим за 30 килов. Ха, я таких дубов давно не встречал. И мы, внимание, леди и джентльмены, получаем... Что же мы получаем?
Так, а ну-ка, внимательно смотрим, и мы... Empire Box! Еще я получил за удачу 15 монет. Нормально! Ну что же, мои уважаемые подписчики,